А вот он старт турецкий. Турецкий старт, да. Девчонки тут стоят, ничего такие. И вот мы на старте. Из моих 40. Вадюха волнуется, курит электронную сигарету. Люблю это самое. Рассказывает, как... Пьет электролит. Да, пьет электролит. Рассказывает, как хорошо курить электронные сигареты. Просто парение. Берем два, а вот два пацана, в третий летный день спорят, какой принцип лучше, машущий или винтовой. Второй выиграет однозначно. Только что морды друг другу не бьют. С тобой, потому что, во-первых, это голословно. При одинаковом потере энергии. В общем, Славка утверждает, что природа не смогла создать людей с колесами, это а птиц с винтами. Это было написано в какой-то пионерской книжке 30-летней давности. Причем тут сверху? Это может длиться еще долго, поэтому выключаюсь, вопрос. У меня батарейки не хватит. Я говорю, вот чемпион наш украинский. 8-е место занял. Пролетел лучше всех, скромно молчит. Но мы-то знаем, что за этим скромно, за этой скромностью настоящий характер. Все знают, что настоящий. Мне просто повезло. Как в том анекдоте, да, журналистка? Девушка, так... скажите, как вы стали проституткой? Просто повезло. Вот все вот так вот, блядь, эти украинские олигофрены накупили себе GoPro, блядь, и снимают, ходят дебилы друг друга. А у Стойкова не GoPro, он дебил продвинутый, он снимает другой камерой. Просто нирвана какая-то. Какие соображения на сегодняшнюю погоду? Скажут, лететь полетим. Все же просто, понимаешь? Когда ты на соревнованиях, задачу поставили, окно открыли, все, надо лететь. Okay, guys, we have briefing in 5 minutes. Briefing in 5 minutes. Пишем задание, да, пишем, чтобы в воздухе не тупить, вот, по приборам. Вот наш товарищ Игорь Стойков кропотливо и внимательно собирает свое оборудование, готовясь к полету. А вот между ног у него торчит, это специальный прибор такой. Индейцы каких-то племен бразильских тоже привязывают такие приборы веревочками, чтобы не мешали и не болтались. Костя сильно боялся сегодня прогноза на сильный ветер. И так его мыслями гнал, что ветра вообще не стало. Оно, конечно, весело, интересно. Не летишь? Не, подожду. Oh.
Hadi bal bayati, hadi hadi bal bayati, hadi hadi bal bayati, hadi hadi bal bayati. Pechula pe ureki, pechula pe ureki, pechula pe ureki, pechula pe ureki. You're pretty bone.